Вот мы можем наблюдать с вами так называемый лесоповал на Кумысной поляне. И такое ощущение, что это все-таки не прошлогодний. Вот они, свежие белые опилки лежат здесь. И если посмотреть внимательно вокруг, то таких пеньков не один. Да, вот этот прошлогодний, его видно, он темный. Это прошлогодний, темный. Ну а вот эти вот, вот здесь, вон там. Вот совершенно свежие опилки. Это не прошлый год. А осины, которые мешали, просто побросали вот здесь вот. Вот, пожалуйста, совершенно свежие белые опилки. Вот они. А это дуб, да? Дуб, это дуб, да. Вот три дерева. На мой взгляд, это не тянет ни на рубку ухода, ни какой-то санитарный, так сказать, уход. Мы же видим, да, что здесь осталось. И количество пеньков. Не один, не два, а гораздо больше. Поэтому мне кажется, что сотрудники природного парка Кумысная поляна немного лукавятся в своем ответе. Можно попасть на эти Савеловские горы.